Пять богатырей мирно посапывают в своих кроватках, даже не подозревая, что именно они – главные герои сегодняшнего торжества. Георгий, Василий, Марк, Михаил и Алексей появились на свет всего несколько дней назад и уже сегодня стали обладателями памятного знака, который подтверждает – они родились на Рязанской земле. Его вместе со свидетельством о рождении и подарками вручил счастливым родителям губернатор Рязанской области Николай Любимов. Мы этот знак учредили, во-первых, для того, чтобы у вас и потом у детишек, когда они вырастут, была память о том, что они действительно родились здесь, на замечательной Рязанской земле. Конечно, хотелось бы, чтобы они нашли себя потом именно в нашей области, чтобы у них была такая возможность, и чтобы Рязанская область всегда ими гордилась. Это хорошее внимание со стороны государства. Живко Милович говорит, что в России самые красивые женщины. Именно поэтому он женился на русской и переехал сюда из Сербии. В их с Юлей семье это второй ребенок, долгожданный сын. А вот у четы Плотниковых родился первенец, сын Михаил. Кстати, за его появлением на свет наблюдал и папа. Это очень круто. Если бы не муж, мне кажется, это было бы вообще очень 100 раз тяжелее, потому что меня поддерживал. Я не ожидала, что он так будет себя вести там. Ну, для меня не особо было тяжело. Поддерживать. Я сам по себе охотник. Так сильно вот, будет и себя как бы держать. Много что видел, но как? На самом деле нужно, стоит попробовать. Очень стоит попробовать поддержать жену. Папочкам нужно тоже увидеть, когда их малыш появляется. Увидеть. Такого внимания со стороны властей семья Плотниковых, конечно, не ожидала. Для них это стало приятным сюрпризом, который сделал их внутрисемейный праздник еще более значимым и радостным. Мы теперь будем гордиться этой медалькой и ему показывать потом, что вот он был именно губернатором, награжден медалькой и подарками. Николай Любимов пожелал всем новорожденным и их родителям здоровья и любви. А также отметил, что вопрос поддержки молодых семей приоритетный для региона. А реализация инициатив президента поможет в воспитании детей в первые годы их жизни. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».